Так, друзі, ми продовжуємо наш ефір. І нагадаю, що сьогодні підбиваємо підсумки року. Ми говорили перед тим про політичні підсумки року. Тепер давайте вже перейдемо до економічних. Тому що, звісно, економіка в цьому році постраждала дуже. І не тільки через пандемію в нашому випадку. Давайте поговоримо про це детальніше. В нашій студії гість Віктор Скаршевський, економіст. Вітаємо вас. Здравствуйте. Можете назвати головну перемогу в економічному сенсі, головну поразку цього року для України саме? Ну, если говорить о главной победе, могло быть хуже, потому что когда началась пандемия, точнее, когда начали вводить карантинные ограничения, мировой кризис в том числе, то прогнозировалось, что украинская экономика может упасть в 2020 году на 10%, минус 10% ВВП, а как показывают сейчас уже свежие данные, это будет в районе минус 5%. То есть могло быть хуже, слава богу, что еще таким образом произошло. А что касается самой главной... Поразки. Да, это, к сожалению, что экономическая политика не поменялась, продолжение предыдущих правительств, и что она проходит в парадигме меморандума с МВФ, которая не предусматривает никакой активной промышленной политики, продвижения украинского экспорта, прежде всего высокотехнологического, не предусматривает снижение налогов для украинских бизнесменов, не предусматривает импортозамещения, то есть не предусматривает всего того, что делают развитые страны и успешные страны. Все, что я перечислил, что не предусмотрено, это все зафиксировано в меморандуме с МВФ. Это, я считаю, самой главной, так сказать, бедой 2020 года, потому что это будет влиять также и на 2021, на 2022 и 2023 года. Пан Шмигаль, так, прем'єр-міністр України, якраз нещодавно, там, вчора, або коли, там, може, тиждень тому, казав про те, що, що навпаки у нас виробництво підвищилося трохи. Але навіть там, у процентних відношеннях. Він не вказав, що мало підвищиться там умовно на 8%, а воно просто не так сильно впало. Ні, ну, смотрите, да, там, от, замедлились темпи падіння, да, є таке вираження. Якщо, а то смотря, що з чим сравнювати, якщо посмотреть за 10 місяців, це свежа статистика, Госкомстата, Держкомстата, то промышленность в целом сократилась где-то на 6,5%, а машиностроение, где самая высокая добавленная стоимость, сократилась на 20%, то есть минус 20%. Где здесь рост, я этого не вижу, ну и Держкомстат тоже. И причем здесь еще надо понимать, что это сокращение, это падение к предыдущему году, а в предыдущем также было падение. То есть мы по наклонной вниз, что касается... машиностроение идем. Кстати, и урожай в этом году был не такой хороший, как в прошлом. Где-то на минус 15-20% меньше будет урожай. То есть сельское хозяйство также не будет показывать особого роста. Так что мы в целом, конечно, могло быть хуже. Например, из позитива, то, что вы спрашивали, из позитива, если смотреть на рост цен, инфляцию в целом, то в этом году она не превысит 5%. Это одна из самых низких инфляций за последних... Ну, вы имеете в 2020-м? Да, в 2020-м. А в 2021-м? В 2021-м инфляция ускорится. Рост цен ускорится. Он уже начал ускоряться, потому что повышаются тарифы. Во-первых, повысились цены на природный газ для населения. Они уже в полтора раза выше, чем в прошлом году. Так. Хотя обещали в два раза ниже, чем в прошлом году. Начался первый этап с 1 января 2021 года. Повышение... тарифов на електроенергію для там населення. Там пільгових 100 кВт тепер, да, будуть не 90 копійок, а стандартно гривня 68. Гривна 68. Ну, це буде тільки лише до 31 марта. Так. А далі правительство буде приймати рішення, я так можу предположити, да, на увеличення тарифів. І вже я внимательно прочитав інтерв'ю нового исполняющего обязанности міністра енергетики Юрія Вітренка. Он сказал, что если бы сейчас правительство не приняло такое постановление по поводу продления до 31 марта, то тарифы на электроэнергию для населения повысились бы в 2,5 раза. То есть он озвучил, не знаю, сознательно, либо подсознательно. Чтобы мы до этого готовились. Мы к этому будем идти, да. А в 2,5 раза это означает 4-4,5 гривны за киловатт. Это то, что сейчас планирует правительство. Я и скажу только лишь из официальных заявлений. То есть следующий год явно будет цены будут расти намного быстрее. Тем более уже будет восстанавливаться более-менее мировая экономика. Торговля немножко возобновляться.
И это будет влиять также на цену на нефть, в сторону увеличения, значит, нефтепродуктов, цена на газ, то есть инфляция в следующем году будет ускоряться. Що стосовно людей, як вони відчують вже за тими показниками, які ми маємо зараз, так, враховуючи, що бюджет вже ми маємо і знаємо, які там цифри, і все це нам відомо, проаналізувати, як житимуть люди в 2021 році в економічному контексті? Ну, да, ті, які залежать від бюджету, соцвиплати плюс пенсіонери, вони краще жити не стануть. Потому что если посмотреть на тот же бюджет, который уже принят, подписан президентом, сейчас уже сегодня-завтра должен быть опубликован, то прожиточный минимум, который заложен в закон о госбюджете на 2021 год, он составляет 2189 гривен. А фактический прожиточный минимум, который рассчитывает Министерство социальной политики, он тоже заниженный, но официальные данные, от 4 до 5 тысяч гривен. То есть в бюджет заложен прожиточный минимум в два раза ниже фактического. А почему я на этом так еще акцентирую? Потому что к прожиточному минимуму, который заложен в бюджет, привязаны все социальные стандарты. Да. И, во-первых, это те же минимальные пенсии, это выплаты малообеспеченным семьям, это выплаты на ребенка, одиноким матерям, даже по безработице. То есть получается, что государство не доплачивает просто в два раза. Закрывая очи, в два раза. Не хочет бачити ситуацию, как реально? Не, они видят ситуацию, ну, и депутаты видят, потому что, когда дорабатывался бюджет ко второму чтению, депутаты там тоже запросили у Кабмина, чтобы они повысили прожиточный минимум до фактического. Пришел ответ из Кабмина. Они же отвечают на все вопросы. Мы сейчас не можем, потому что для этой операции необходимо будет дополнительно 300 миллиардов гривен. Окей, але як вони будуть регулювати цю ситуацію, коли прийде ну, критичний час пік, коли реально треба буде платити гроші, а їх немає? Ні, ну зараз, смотрите, бюджет на следующий год, да, він завищений по доходній часті, відповідно, по розходній часті. Там також можуть бути проблеми з заимствованнями, тому що вони рекордні за всю історію України, більше 700 мільярдів гривен правительство планує одолжити. Регулировка очень простая. Что касается пенсионеров, соцвыплат, будет все профинансировано на 100%. Это, как показывает практика предыдущих годов, этого года. То есть пенсионеры и наименее защищенные, они могут не переживать. Этот мизер, который для них предусмотрен, он будет... Ну, мизер имеется в виду то, что не хватает даже на жизнь. Он будет выплачен. А вот другие... так сказать, незащищенные статьи госбюджета, они будут недофинансированы как в прошлом, позапрошлом, 5 лет назад, как и в этом году, так и в следующем. Это обычная практика, к сожалению, в Украине. Щодо міжнародних кредиторів, на що розраховувати нам, знову ж таки, в наступному році? Чи повернеться ця підтримка, ця довіра, і чи буде транш? Знаете, от ми завжди говоримо довір'я від них к нам, да? А от ми ніколи не говоримо від довір'я от нас к ним, к тому же Международному валютному фонду, потому что у нас есть меморандум, который был подписан 2 июня этого года, и там было черным по белому написано, любой человек, кстати, может зайти на сайт Нацбанка, либо Минфина, на украинском языке есть текст этого меморандума, там есть 9 обязательств, которые на себя взяла украинская сторона, и в зависимости выполняем первое обязательство – выдают транш 700 миллионов долларов. Выполняем еще 3 обязательства, выдают второй транш 700 миллионов долларов. Так вот, Украина все вовремя выполнила. Но только МВФ нам в сентябре и в декабре не выдал этот кредит, потому что они уже смотрели на политические разные моменты, а не на финансово-экономические. Шукали, за что вчепитися, чтобы дать гроши? Это всегда, да. Именно так. А когда МВФ хочет выдать деньги, кредит, то тогда они смотрят, даже если было... Вот я как пример привожу, он фактически 11 обязательств с украинской стороны. А украинская сторона выполнила всего 3 обязательства, и то не полностью. Но МВФ все равно выделил миллиард долларов, потому что он хотел тогда поддержать режим Порошенко. Это я говорю про декабрь 2018 года. И, кстати, тогда еще ж был и, было военное положение. Mm-hmm. Ну, то есть чисто политически себя ведет МВФ. Если исходить из этого, то вероятность, то, что в первом полугодии следующего года будет какой-то из транши, либо 700 миллионов долларов, либо объединят 1,4 миллиарда, это будет, скорее всего, произойдет. Но опять же, то, с чего я начинал.
если почитать текст меморандума этого, предыдущих меморандумов и выполнять все, что там написано, те ограничения по экономической политике, по суверенной экономической политике, то у нас никогда не будет экономического развития, к сожалению. У нас будет завжди залежність. Ну, зависимо. Смотрите, ну написано, какие обязательства? Не снижать налоги. Это написано, вот даже в этом новом меморандуме, не применять никаких налоговых стимулов для промышленности. Провести фіскалізацію, то, що вийшли ФОПи, так, так. Да, це теж записано в меморандумі з МВФ, ну, типу боротьба з тіньовою економікою. Да, що стосується тарифної політики, тут я вже промовчу, там теж, то, що ми зараз наблюдаємо, це теж частина обов'язків України перед МВФ. Так що їх інтересує не економічне розвиття, а щоб ми вовремя розплачувалися по долгам. І щоб брали нові кредити. Да, і опять же, я от... Конечно же, я тут вообще никоим образом не обвиняю МВФ, что они какие-то там плохие, либо Евросоюз, который те же обязательства перед Украиной ставит, чтобы она выполняла. Здесь обязательства, что берут украинские власти, они могут их и не брать. То есть это проблема украинских властей, не только этих, этой власти, но и предыдущих. Но они это выправдывают тем, что немає інших наразі джерел. Есть. Знаете, думаю... Что МВФ самые дешевые гроши, какие да, для, я их называю самыми дорогими. Самые дешевые имеются в виду, одни из самых дешевых. Ну, по что, процентной ставке. Кредитах, да, по процентной ставке, вы правы. Да. Но самые дорогие по тем потерям, которые несет украинская экономика в рамках выполнения этих обязательств, да, и невозможности развиваться. Вот в этом основная проблема. Є якийсь вихід з цієї ситуації, такий для нас оптимальний в тому сенсі, що, ну, знаєте, наприклад, як кажуть, якщо ти потрапляєш в водоверть, то треба занурнути на саме дно, тоді відштовхнутися від дна і в бік просто вийти в іншу ситуацію, тому що тебе вже просто затягує, ну, і ти не випливеш. Чи є така якась історія? Чи маємо ми якийсь рецепт, сценарій, за яким ми можемо піти, щоб і не потрапити в пастку МВФ, і в той же час розвивати власну економіку і мати на це кошти? Да, от ви спрашували вначале о самому большому провалі. Тут ще один із самих больших провалів – це март-апрель, коли Україна могла реструктуризувати свої долги. И даже частично списать, как это сделала, например, Аргентина. Потому что и Международный валютный фонд, и Мировой банк советовали, они сами советовали, что страны, у которых высокая долговая нагрузка, в том числе, как и Украина, они могут это сделать. Но наши власти проигнорировали. Тобто мы не використали цей? Нет, пошли старым проверенным путем переодолжить, чтобы переотдать. И дальше этот ком начал накапливаться. И следующий год будет рекордом по заимствованиям. То есть вы спрашиваете о рецепте, ну, в первую очередь, выйти с инициативы по реструктуризации государственного долга, как внешнего, кстати, так и внутреннего, потому что очень высокая долговая нагрузка. Второй момент – воспользоваться теми ресурсами, которые уже есть. Например, по госзакупкам. Ежегодно мы тратим 600 миллиардов гривен на государственные закупки в Украине. Это и бюджет, и государственные предприятия. И очень часто мы покупаем за эти деньги американские тепловозы, французские вертолеты, британские катера, в том числе турецкие. То есть все то, что мы можем производить здесь, мы уводим за границу. Необходимо максимально перенаправить эти ресурсы сюда. И те же, я говорю о тех вещах, которые другие страны делают просто. Ну, это можно назвать еще импортозамещением. Когда максимально развивать внутреннее производство и замещать импорт. И, например, еще индустриальные парки. Максимально предоставлять как внутреннему, так и внешнему инвестору возможность строить производство, обеспечить всеми коммуникациями, подключением к электричеству и так далее. Ну и, естественно, поддержка высокотехнологического экспорта, запуск экспортно-кредитного агентство. Кстати, в одном из меморандумов СМВ было записано, что украинская власть берет на себя обязательство не запускать экспортно-кредитное агентство. Это было в 2017 году, хотя оно уже было создано в 2016. А когда я сказал сейчас про импортозамещение, про локализацию, ну, что государственные закупки делать прежде всего по украинским товарам, так сразу же посол Европейского Союза в Украине написал гневные письма на премьер-министра, на главу Верховной Рады, что нельзя этого делать. К нему подключился помощник торгового представителя США, тоже написал на руководство Верховной Рады, что нельзя этого делать.
Понимаете, вот когда, как только хотя бы хоть какие-то зачатки суверенной экономической политики в Украине начинаются, так сразу же наши внешние, так сказать, партнеры, кредиторы, да, они говорят, что нам этого делать нельзя, потому что это якобы нарушают принципы свободной торговли. А хотя сами это делают уже, знаете, с каких лет? Вот, например, США, там закон «покупай американское» действует еще с 1933 года, с модификациями там недавними. Только наши власти почему-то неправильно поняли это название «покупай американское». Это для Америки. Да-да-да, в том числе и уголь. Да, но надо запустить программу «покупай украинское» и со всеми фінансовими стимулами. Тобто ми свідомо стримування це приймаємо. Стримування в розвитку власної держави. Вони бояться конкуренції, що ми окріпнемо і станемо незалежними. Скоріше за все, так і є, так? Да, это с одной стороны. Например, а почему тогда запретила Америка, получается, США, причем практически официально, продавать Моторсич китайцам? Они ж так и сказали, нельзя продавать Моторсич китайцам, потому что это... Суперечить чомусь там. Не чому-то там. Они конкретно сказали, национальной безопасности США. То есть мы все делаем для того, чтобы национальная безопасность США была нормально. Точно так же с Huawei, с фирмой. Украина обязалась демонтировать все эти установки от Huawei. Ну, а будем покупать Cisco, это американская компания. То есть они рассматривают Украину как какой-то полигон. А, ну еще, это с Европейским Союзом как пример, что они еще от Украины хотят. Они хотят сырьевой придаток, поэтому они требуют, чтобы опять Украина разрешила вывоз леса кругляка. Он и так полуконтрабандно идет в виде дров, но они требуют нельзя, чтобы был такой запрет. Почему? Потому что это интересы европейских производителей, чтобы мы потом мебель оттуда покупали, а не производили здесь. Они действуют. Опять же, никакого обвинения этим внешним нашим, так сказать, партнерам. Они действуют в своих интересах. Просто Украина в своих не действует. Просто, знаєте, одне справа там говорити, домовлятися, вирішувати справи там з міжнародними кредиторами, з країнами, так, зовнішньополітичну політику, а інша справа – це внутрішні історії. І ми бачили наприкінці року, як бастували ФОПи, так, ці мітинги і все інше. Навіть бастували і лікарі, і бюджетники та інше. От чи буде продовжуватися ця історія наступного року? Тому що ми розуміємо, що попереду у нас локдаун. Як ці мітинги вплинуть на нашу економіку і насправді, в першу чергу, на малий та середній бізнес, на його розвиток? Смотрите, от ви зараз сказали інтересну фразу, що у нас впереді опять ужесточення карантину. Просто не люблю слово локдаун. Но ми не знаємо точно. Потому что уже от правительства сначала они приняли за месяц до 8 января, что у нас с 8 по 24 будет ужесточение карантина. Сейчас уже идут сигналы, что, возможно, не будет. Але вчера карантина. Был брифинг, на якому підтвердили, що буде. Ну, да. Мы еще завтрашнего не видели. Понимаете? Ну, я понимаю, да-да-да. Ну, то так, то не так, то так, то не так. Опять же, неопределенность для бизнеса. Что касается вообще, в принципе, протестов ФОПов, они молодцы, они как минимум добились переноса тотальной фискализации на 22-й год, а сейчас они хотят, чтобы вообще полностью ее отменили. Тут такие провалы власти, вообще нельзя было трогать ФОПов, нельзя было вообще такие инициативы выносить, особенно в период, когда идет кризис как в мире, так и в Украине. Поэтому и такие протесты и появляются. Если власти будут повторять те же ошибки, которые были в 2020 году, то продолжатся протесты и в 2021. Що не так тоді? В чому головна проблема наша, знаєте, як говорять? Тому що це кадрові, неправильно там встановлені люди на вищих там щаблях влади, там неправильний прем'єр-міністр. Неправильні орієнтири. Щось не так з депутатами або з президентом, або взагалі не в них справа. Можливо, справа в українцях, які, не знаю, не хочуть там багато брати на себе відповідальності. Понимаете, вот то, все, что вы перечислили. Все, да, все. Да, плюс. Не, ну, в какой-то степени оно все же играет на этот негатив. Да, взаимосвязано на негативный результат. Но, знаете, тут еще было бы под что кадры подбирать. Кадры желательно подбирать под четкую, понятную экономическую стратегию, экономическую политику. Как минимум ответить, что мы строим. Какую экономику, какую структуру экономики. Либо аграрно-сырьевую, как есть сейчас,
которые приводят к тому, что мы беднеем, которые приводят, кстати, к трудовой миграции, потому что если нет переработки, а только лишь аграрно-сырьевое, то тогда и нет новых рабочих мест. А если нет новых рабочих мест... Люди то, шукают да, их в инших да, и голосуют, что называется, ногами. А вот ну, как бы с экономической точки зрения, это отсутствие стратегии как таковой. Ну и десуверенизация произошла, это такое грустное слово. То есть, что мы как власть, ну или там они как власть, не самостоятельно формируют политику, а по лекалам того же МВФ, Европейского Союза, американских партнеров. Ну когда... так сказати, партнерів. Потом... Це завжди ж було. Це ж не тільки зараз стало. Ми або до Америки тічимо, або до східного сусіда. Це теж проблема. Проблема, коли ставиться вопрос «или-или». А може, давайте поставимо «и-и» з точки зрения обеспечения наших інтересів. Нові ринки збита. Тому що Росію, страну СНГ ми потеряли. Ну, вже по факту. Було порядка 20 мільярдів доларів експорту в Росію. Зараз 3 мільярди, і то менше в цьому році. Очень существенное падение. Причем туда мы продавали продукцию машиностроения. То есть, что мы нашли в Евросоюзе? Мы ничего не нашли. Мы нашли там увеличение объемов экспорта сырья. Потому что промышленного безвиза как не было, так и не будет. Даже имеется в виду промышленные товары, чтобы беспрепятственно экспортировались в Евросоюз. Але ж знову ж таки кажуть, що головний плюс від цього – це сигнал, що ми вже в Європі, вже однією лівою ногою десь. Да, сигнал на хліб, що називається, не намажеш. Те, що ви кажете, так, про те, що ми тяжіємо то одного, то до іншого табору, а тоді як виходить? Це трошки, можливо, політичне питання, так? Чи буде і чи має бути зараз запит на націоналістичну політичну силу, яка буде просувати власні економічні інтереси? Я не уверен, що іменно націоналістична сила це буде робити. Но немножко подкорректировав эту фразу, да, Украине нужен экономический национализм, так. Патриотизм, как угодно. И Украине нужна диверсификация. И не закрывать по политическим причинам, особенно если это извне от нас требуют, те рынки сбыта, которые они у нас есть. Первый такой признак был еще в начале 2000-х годов, когда Украина... У Украины был контракт с Ираном по постройке атомной электростанции в Бушере. Тогда мы отказались, потому что Америка на нас надавила. Потеряли этот контракт, они обещали нам компенсировать 200 миллионов долларов, вообще ничего не компенсировали. И, кстати, самое интересное, построили эту атомную электростанцию россияне. Так что я вот, когда говорю об экономическом национализме, я вот как раз это имею в виду. Отстаивать полностью всегда свои интересы и диверсифицировать. Смотреть и на Африку, и на Ближний Восток, и на Азию. Ну, по политическим причинам на Россию сейчас смотреть сложно. То есть можно только лишь смотреть. Хотя у нас товарооборот порядка 10 миллиардов долларов с Россией как был, так и остался. Ну, намного менше. Тобто світло в кінці тунеля ми не повинні шукати десь в країнах, а породити його в нас в Україні, да. Розвиватися і намагатися економічно бути незалежними, як би це складно не було. Да, приобрести хоча б економічний суверенітет, хоча б його усилити, хоча б щоб він з'явився. І думати не за інтереси внешніх кредиторів і національну безпеку інших країн, а за інтереси українських громадян, українського виробника і національну безпеку України. Дякуємо вам дуже, дякуємо за розмову, за такі підсумки економічні року. З нами в студії був Віктор Скаршевський, економіст. Друзі, на цьому маємо завершувати наш ефір. Ми дуже вдячні, що ви були разом з нами. 31 грудня, вже Новий рік, ось-ось, вже на носі. Ми вас вітаємо всіх, хочемо бажати вам всього найкращого. Будьте собою, будьте з рідними, і нехай вам щастить. І не забувайте, що наш YouTube працює, ми не виходимо на свята, тому ви можете там знайти ваші найулюбленіші наші відео, новини найсвіжіші. Тому не забувайте підписуватись на канал «Правда
тут в Ютубі. Бережіть себе і також нагадую вам, що є дзвіночок, який ви натискаєте, який буде вам нагадувати, сповіщати про наші найцікавіші, найсвіжіші новини. Ми вас любимо, всього найкращого і щоб всі були щасливі і здорові. We'll be right back.